Дорогие друзья, я рада вас приветствовать на моем канале Таро. Сегодня нас ждет расклад на тему «Да или нет». Так, у меня упала карта. Я переоцениваю. Упала карта кармы, карта Урана, карта повешенного, еще одна. Вот если для кого-то актуальна эта информация, то пока достаточно. И финансов, и взаимоотношений, и любой энергии. Сегодня у нас в раскладе будут участвовать колоды Таро Светлого Провидца, Таро Инь-Янь и Таро Круг Жизни. Для тех, кто никогда не видел Таро Круг Жизни, сейчас будет приятно. Порадован, потому что это необычное Таро. Итак, выбираем два варианта. Будет их два, первый или второй. Сейчас я разложу. Второй вариант. Второй вариант. Первый вариант. Вариант. Вот такая красивая колода, круг жизни, кругленькая. Первый вариант, второй вариант. На первую хочется две положить. Положим две. Дорогие друзья, выбирайте. О, вам плохо видно. Сейчас сделаем все. Так. Оп, вот так получше. Это карта кармы тут выпала, пододвинула. Ага. Мои дорогие, выбирайте. Задавайте ваш вопрос. Ответ да или нет. И смотрим. Ну что ж, я надеюсь, вам хватило времени для выбора. И мы начинаем. Первый вариант. Да или нет? О, информация от первого варианта скрыта. Я в неведении. Друзья, вы здесь уходите от старых парадигм. Вы пала жрица. Так вам не видно, да? Давайте вот так сделаем. Вы пала жрица, второй инь-янь. Я в неведении. Второй инь-янь отличается от всего Таро тем, что здесь рассматривается я. Сейчас вам покажу пример. Вот, например, видите? Я обеспечен. Здесь я в неведении. Безмолвие. Обучение ошибаться, тут бывает еще мастерство приумножать, вот дистанция, необычно Таро. Дорогие друзья, вы здесь выходите с треском, с агрессией, может быть, с какими-то ярыми эмоциями, очень страстными, из того, что отжило себя. Информация для вас пока скрыта, но я могу сказать, что по карте воина вы выйдете из любой ситуации победителем. И информация еще откроется. Так, может, нам дадут какую-нибудь подсказочку? Вообще, я чувствую, что это да. Вот по карте жрица. О чем? Какая информация скрыта? Кстати, насчет того, что я в неведении, это говорит о том, что я еще не выбрала. Она еще не видит результат. Ну что, друзья, тут у кого-то был выбор. Выбор о партнерстве. Да, тут любовная история. Тут любовная история, выбор или одиночество. И на конце колоды карта семьи, десяточка чаш.
Ребят, я не знаю, что у вас за ситуация. На самом деле энергия здесь перетекает из тяжелой в более легкую. Здесь точно будет освобождение, завершение кармического цикла. И вы выйдете из нее победителем. Я думаю, что вас ждет объединение. А кстати, у кого-то здесь может быть. Та-та-та-тан, брак. Еще одна карта завершения цикла вышла. Блин, обожаю это Таро. Завершение цикла одиночества, ребят. Новости к вам идут, которые поменяют вашу судьбу по колесу фортуны. Это карта колесо фортуны. Да, идете вы у меня в любовь. Вообще стопудово вас пригласят на свидание. Причем здесь эту позицию, скорее всего, смотрят мужчины или мужчины в том числе. Идет к вам дамочка сердца. Да, 100% уходите из какой-то ситуации. Тут я подглядела, восьмерка чаш была. Опять уран выпадает. Повешенный. Выходите вы из состояния неведения. В состояние единения. Отработали вы кармический цикл. И карта колесо фортуны дарит вам любовь, радость, прекрасные взаимоотношения. И еще, друзья, здесь у кого-то отношения с близнецовым пламенем своим, пламенем. Для тех, кто знает эту теорию, если не знаете, почитайте. Здесь кто-то встречает близнецовое пламя, а когда мы их встречаем, это вообще 100% всегда идет через какие-то препятствия, боль там, 300 преодолений, потому что когда сливаются близнецовые пламена, мы обретаем Бога внутри. У нас разрывается контракт общечеловеческий Эдипова комплекса, когда мы подписываем как сознание контракт о том, что воплощаясь в теле человека, мы забываем о единстве с Богом. Вот для тех, кто встречает свое близнецовое пламя, проходит все. Не хочу говорить круги ада, но, в общем, круги. Тот соединяется с Богом внутри, и партнер ваш соединяется с Богом внутри, и вы обретаете настоящую любовь. Вот ту любовь, про которую все спрашивают, что такое любовь? Кто-нибудь ее чувствовал? О чем она? Энергия здесь очень быстрая. Скоро получите результат до Нового года, скорее всего, даже. Ну, может, до там 5 января, 7. Короче, к Рождеству вы будете уже в подарке с любовью. О, точно. А, тут король чаш вышел, а здесь у нас есть королева чаш. Так что, мои родные, ждите объединения. А это рыцарь чаш. Та-та-та-тан, та-тан. Здесь вообще все про любовь. Все про любовь, любовь, любовь. Я вас поздравляю. Вы большие молодцы. Я желаю вам справиться с этим. Потому что что может быть важнее любви? За денежки можно все купить, все продать. Но только не настоящую любовь. Итак, мои родные, я очень за вас рада. Любовный расклад. И теперь второй вариант. Второй вариант, я вас приветствую. Та-та-та-тан-та-тан. Почему-то хочется для вас вытянуть послание вот на этих картах перед раскладом. О, послание о том, что вы выходите в исполнение желаний, вас ждет новый цикл. Много возможностей. Какие-то из них уже загорелись, две. Осталось еще 4. Потрясающе. Это карта семерочка пентаклей. Жук-скоробей здесь благоволит удачу вам. Можете купить какую-то символику с жуком-скоробеем. А это карта исполнения желаний. Рекомендую, как совет, кормить птиц. Не упустите вот это. Если у вас будут какие-то резкие действия, можете упустить. Энергия очень мягкая, очень приятная. Положим ее сюда. Итак, да или нет?
Ребят, здесь нет. Здесь нет конфликтная энергетика, энергетика предательства. Кто-то вас или обманул, или готовится обмануть. 100% здесь будет конфликт, вы его не избежите, к сожалению, а может и не к сожалению. Посмотрела, о чем тут. Я думаю, что здесь о новом начале либо в деньгах, либо в деньгах. Здесь даже если про любовные отношения, то вопрос денежный встал. И здесь возможно упустить шанс. Если вы пустите все на самотек, не будете контролировать ситуацию, то вам гарантированно разобьют сердце. Ну, точнее, оно у вас само может. Потому что мы не перекладываем ответственность на других людей, да? Завершение цикла, так же, как и в первом варианте, будет по карте «Мир» на конце. Вот, силу вы свою обретете, чтобы избежать вот этих страданий, поскольку карты, они всего лишь смотрят течение энергии. Но здесь вы главный. Главный персонаж, вы творец своей жизни, вы делаете все, что вы хотите. Задача у вас следующая. Если вам предлагают какой-то шанс, вам нужно думать только о себе. Не нужно обижать при этом человека. Можно, в принципе, не раскрывать информацию, что вы думаете только о себе. Но вообще здравый смысл, каждый человек взрослый выбирает себя в первую очередь, да? Поэтому я бы здесь рекомендовала смотреть в оба. Вы тут можете упустить какой-то шанс о получении очень благостных вестей, возможностей, пробуждений духовном. Вы, конечно, все равно выходите в мага, но, тем не менее, если будет вот так, то это будет просто идеально. Но пока что вот так. А рядом с этой картой это говорит о том, что не получится у вас достигнуть результата, которого вы хотите. Тем временем вы идете в любом случае в исполнение желаний и обретение чего-то нового. Я бы тут рекомендовала, если у вас есть какой-то сомнительный шанс, или не соглашаться, или соглашаться, ну, топить вот в свою сторону. Прямо говорить свои условия, поскольку здесь есть большой риск разочарования очень сильного, которое принесет болезненные ощущения психологические, и повнимательнее сердцем здесь может быть вплоть до болезни сердца, причем вплоть до инсульта. Поэтому, друзья, выбираем себя. Если ситуация у вас вообще патовая, потому что я не знаю, да, конкретно, что за дело, я бы рекомендовала обойти ее вообще, в принципе, стороной. Ну, то есть, сказать человеку: дорогой, извини. Дорогая, извини, мне надо бежать. Дела, дела. Так что вот. Ой, к вам придет помощь. К вам придет помощь, изобилие помощи, изобилие финансовое. Время рискнуть еще будет. В этой ситуации будет понятно, что здесь вы не виноваты, и все стабилизируется. Друзья, я вас поздравляю. Здесь опасная ситуация. Очень чувствуется опасность в этой ситуации. Опасность, предательство, обман, такая жесткая, резкая, холодная энергетика. Поэтому если у вас все нормально, то смотрите, чтобы в вашем окружении, ну, может прийти какой-то что-то неприятное, в общем, из окружения. Повнимательнее, пожалуйста, будьте. И будьте готовы. Еще я здесь рекомендую, если вы знаете, про что это может быть, спланировать, что если так, что если этак. Давайте посмотрим, что если да, что если нет. Я бы рекомендовала сказать нет. И я подводит итоги. Да, и вы будете вне конкурса. Короче, вы здесь в любом случае выиграете, но если постараетесь выйти из этой ситуации, то будет круче.
Вы из нее и так-так выйдете просто. Не хотелось бы, чтобы вы выходили с последствиями для здоровья, например, да? Хотелось бы, чтобы все было максимально экологично, и тут, походу, очень много всяких шансов-то. И тут, и тут. Вам надо взять самый большой. И вы его возьмете. Если скажете нет. Если скажете нет другому и да себе, вот так бы я сказала. Друзья, господи, вроде всего лишь два варианта, а такие интересные расклады вообще. Я вас очень сильно благодарю. Записывайтесь ко мне на различные классные практики. Оставлю ссылку на свой инстаграм под видео. И будет нам всем счастье. Всех целую, обнимаю, всем пока.